Всем привет, друзья! Снова я в сарае. Прошла у нас неделька с предыдущего ролика. Ой, рукавичка упала. То есть не перчатка. Сейчас на улице минус 18. Ночь на дворе. Приехал в село. Мешаю корма. Тут полбочечки намешал. И будем сейчас кормить поросят. Боня. Двора. Сегодня была генеральная уборка. Вроде бы поняли, где ходить в туалет. И наново прибил доску. Вот кто-то сходил. Сейчас это надо сразу убрать сюда. И уже начали ходить сюда. В общем, поняли. Возможно, будет чистоте. И вот малыш Фунтик. Я планирую все-таки назвать его Фунтиком. Да, Фунтик. Боишься? Точно пугливый. Хлопец. Сегодня гуляли все в куче. Полдня ходили вместе, хоть даже и в мороз, днем было минус 13. Ну а потом какой-то случился у него с кем-то конфликт. Немножко подрались. Ну ничего. Ты что тут делаешь, а? Где проснулся, там и в туалет ходит. Ну тоже, в принципе, его покормили самого первого. Он уже и поел, можно сказать. Давайте этих сейчас накормлю. И продолжим, потому что одной рукой, хотя можно и одной. В основном даю сухой корм, а сегодня у меня было время, ту же смесь я запарил кипятком, то есть она остыла, и теперь можно, я думаю, дать. Бонни сначала, она все парует. Два ковшика, можно даже, ой, два с половиной, хотя ей надо, два с половиной, даже много, а этим все остальное. А ну, дети, кыш, 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 кыш. Ну что вы грызетесь, дайте дам. Ведро бы кто поломает канал. Не дают и покормить спокойно. Сейчас в это ведро наберу пол ведра воды и еще дам им сердце попить. Нужно что ли вспышку выключить. Все порует. О. Не знаю, так лучше, не лучше. Но, по крайней мере, меньше видно пара. Камеру протру. Фунтик, ты ешь? В общем, никто с этих девочек не в охоте. По весу уже у них вот две девочки. Килограмм ближе к 40. Девочки крупные, хорошие. Запах приятный, запарил там. В общем, сейчас у меня такая смесь. Даю, что есть. Покупаю отрубя пшеничные. Плюс кукурузная дробленка и голодежка. Запах приятный. Он приятный больше из-за отрубей. И, ребят, радостная новость, привез еще на той неделе прицеп опилок. Вот стоит три мешочка. И вот наскладывал. То есть на постилку пока есть. Месяца на два хватит. Эти опилки хуже. Тогда была стружка. Сейчас меньше стружки, в основном опилки. Вот видно. Ну, ничего страшного. Лучше так, чем ничего. Ну,
детки. Еще планирую, на той неделе не успел. Хочу все-таки, он у меня уже фунтик, я так думаю все-таки его назвать, буду себя производить для фунтиком. Он у меня уже 2 недели, когда он приехал, я его сважил, у него вес был 9800, что-то такое. Хочется узнать, сколько он набрал за 2 недели. И на прошлой неделе некогда было, уколю ему завтра железо. И, ребят, не купил препарат от глистов, хочется его проглистовать. Я не знаю, глистовали его, не глистовали. В общем, он приехал ко мне, его надо проглистовать. И посоветуйте, возможно, надо будет и проглистовать всех. В принципе, супоросмеха у меня нету. Возможно, можно еще раз погонять глисты всех свинок. Эти все белые шуганутые, но пока едят, им все равно. Простите, ребят, что в перчатках, а не руками. Но сейчас на улице минус 18. Где-то так. Даже в сарае держится какой-то определенный минус. Но сарай не отапливаю. Поэтому так. Сейчас, может, давайте пойду водички наберу. Свиноты. Вообще все. Хоть делай, что хочешь с ним. Проголодались. Хотя сегодня гуляли долго на улице, пока была генеральная уборка. Я когда убираю, выгоняю всех. То есть по закону у меня свиньи нету. Выгоняю всех. Мне так и удобнее, никто по ногам не путается, и произвожу уборочку. Да, Бонь? И ты ешь. Давайте, ребят, сейчас принесу воды и продолжим. Да, водички. На черненькую случайно попал. Теперь мне тяжело искать дробленку. Ну, выпить, я думаю. Могу им еще побаловать еще сухого дать, хотя не стоит. Сегодня они целый день на улице. Кукурузу ели, в кочанах им кидал. Ну и все. Достаточно, не ноте. Хотите, пейте водичку. Ну и холодно, пить-то не сильно и хочется. Да? А что ты хнете? Улаживаются. Вот эти вон с правой стороны. А этот вот здесь, слева. Он сам. Ему нет кого погреться, ну, привыкай ты, кабан. Будущий производитель должен быть самостоятельный. Поел хорошо, видите, какое пузико. В общем, завтра уколем ему железо и проверим вес. Вес вы узнаете в следующем ролике. Но, а если не забуду, то все-таки надо проглистовать его. Да? Что не так? Мало. Давайте еще уже насыплю. Прошайте. Все. Уже и так достаточно съели. Все. Ну, ребят, когда свиньи сыты, то мороз им не страшен. Спокойно будут переносить все морозы. Чтобы вам показать, да, Боня? Боня тоже погуляла. Все. Все, ложись. Вот такие вот дела, ребят, с поросятами. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачки и всем пока.